едешь, и воздух, и смена запахов. Вот то травой запахнет, то навозом там откуда-то нанесет. Это все равно все здорово и интересно. На мотоцикл сесть задом наперед, потому что он был научный работник, и он к технике никакого отношения не имел. Просто надо иметь какое-то интересное увлечение, чтобы было интересно жить.